Всем доброго дня. Хотел бы объяснить, почему положил палку колбасы. Ребята, друзья, знакомые, скоро придет весна, будет открытая вода. Многие поедут ловить хищника, кто на блесну, кто на воблер, кто на джиг, на отводной и так далее. Поэтому в последнее время очень часто начал замечать, что народ начинает хапать и брать, класть в сумку свою, щупачков по 300, по 500 грамм, судачков, ну, сомиков до килограмма. То есть у меня складывается впечатление, что данным людям, ну, либо просто жрать нечего, либо они в априори, ну, рыбу не видели. У меня был случай в том году, то есть я увидел такое дело, подплыл к одному, говорю: слушай, давайте дам колбасы, отпусти ты этого щупака несчастного. Человек отпустил, как-то смутился, ну, видимо, что-то как-то повлияло на него. Поэтому у меня просьба, скоро весна, берите с собой колбасу, попробуем, ну, как-то с помощью колбасы людям объяснить, что, ну, не стоит брать мелкую хищную рыбу, что ее надо отпускать, что, ну, хотя бы берите там от килограмма как-то, ну, не знаю. В общем, как-то вот такая у меня к вам просьба, ребят. Берите с собой колбасу. Всем спасибо за понимание. Удачи на воде.